Ну, когда я выписался, скажу так, легко не было. А вот надо потерпеть, но потом оно все возвращается в нормальное русло. В бизнесе у меня все начинает вверх идти. Работа есть, семья есть, доверие вернулось, всегда при себе карманы деньги есть. Сколько Я ты уже очень счастлив, короче. в трезвости? Полтора года. И за эти полтора года были ли какие-то трудности, может быть, все-таки? Ну, трудности, может, по работе, когда там замаривался, или, ну, может, там какие-то проблемы. Ну, как-то в голову бывало приходило, ну, там через минут 10 он все как-то. А на сегодняшний день как состояние через полтора года уже? Хорошо. Есть какие-то вообще мысли о наркотике? Вообще нет. Вообще. Я даже не задумываюсь, что у меня еще кодировка действует. Я даже вообще, короче. А сейчас с чего ты приехал в клинику? Ну, обследовать, вспомнить, что у нас Подкрепиться. подкрепиться, да, и что как бы все равно оно остается. Короче, Подкрепление. хуже не будет. Ну, я так скажу, если бы мне сказали, дети, там лучше и дешевле, я бы не поехал. Тут меня все устраивает, да, меня считают человеком, ну, считали, когда я был наркоманом, как бы так сказать. Но я очень доволен и всем советую.